И всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы поиграем в игру под названием Poppy Scary Playhouse. Вот так эта игра называется. И эта игра пародия на Poppy Playtime. Poppy Playtime, да. Вот так называется игра. Давайте начнем играть. Мне интересно, что в этой игре будет. Играем мы за какого-то рукастого чувака, который может ходить почему-то. Почему у нас вообще такие руки странные? Ой, кто это? Кто это? Опять реклама. Короче, там была громкая реклама. И что мне надо в этой игре делать, у меня вопрос. Вот я могу открыть дверь, вот. Ну и что? Вот здесь ничего нету. Да, здесь ничего нету. И что мне делать в этой игре? Я просто хожу... открываю всякие двери. И не понимаю, что делаю. И здесь какие-то странные лампы. И здесь еще ходит синее чудовище из People Play. Не из People Playground, а из Poppy Playtime. И оно нас преследует, как вы видите. Оно очень страшное, криповое. Непонятная наркомания. Вот, я его даже пройти не могу из-за этого дебила. Ну как вот. Опять реклама. Короче, я не знаю, как в эту игру играть. Короче, ну, может, здесь за какими-то кубиками есть какие-то ключи. Потому что я знаю, что в этой игре нужно искать какие-то ключи. Но я пока их не нахожу. Я пока в какой-то сране нахожусь. Хорошо. Здесь вообще ничего нельзя сделать. Здесь нам еще говорят, что нам надо какие-то ключи собрать. Я не знаю, как их собирать. И вообще, где они? Нас преследует этот кукла, и все, я не понимаю. Ладно, давайте я еще одну игру найду, кроме этой. И сейчас мы поиграем еще одну игру, которую я нашел. И она называется Angry Dude Simulator. Сейчас, подождите. Продолжаем снимать, и вот, эта игра Angry Dude Simulator, так, помолчи, и, короче, здесь надо играть за хулигана в городе, вот здесь показывают по телевизору, как какая-то полиция гонится за какой-то машиной. Игра была создана в 2017, по-моему, в мае. И здесь есть магазин. В магазине ничего такого. Просто деньги за донат. И рекорды есть. Не знаю зачем, какие рекорды. И здесь есть настройки. Вот, музыка, звуковые эффекты, качество высокие. Нет, ультра мы не можем поставить, потому что... Да хватит лакать. Оп, оп, да что? Наш главный... Он меня прибивает. Ладно, давайте начнем игру. Мне интересно, что в этой игре будет. Angry Dude Simulator. Ну-ка, давай-ка. Удиви меня, игра. Так. О, все, я точно могу управлять. Что это за звук был? Кто мне сигналит? Это что за сосиска ходит? Алло. Что за сосиска ходит? Что меня все время сигналит кто-то? Что здесь происходит? Что за сосиска ходящая? Так, надо разобраться с управлением в этой игре, потому что я не знаю, что здесь так делать. Вот это... Ю, это бегать, да? А, да, это бегать. Ой, притормози немножко, паренек. Еще у нас... Кто мне все время сигналит? Это, наверное, полиция... Задолбала уже. Давайте потише немножко сделаю. И, короче, здесь есть... вот это что? О, это драться можно, драться. Это как полноценная GTA-шка на Android. Но не совсем, конечно, GTA-шка. Но... И, а это показывает шкалу, мы голодные или нет. Здесь еще есть... И... А, это прыгать, да? Я понял. Ну что за сосиски здесь ходят? Я не понимаю, кто это такие. Это какие-то жители я не знаю. Сосиски какие-то просто ходят. Непонятные сосиски и все. Да хоть мне сигнали, как дебилу. Ну, что это такое, а? Задолбали.
А мы можем что-то, но у нас денег нету. Жалко. Здесь можно как-то все бить или красть машины, обгаташки? Или не, нельзя? Я собаку какую-то вижу. Ну, давайте подойдем к собаке. Мне интересно, что собака нам сделает. Алло, собак. Собака, говорю, а? Чё, не слышишь меня, а? Собака меня не слышит, прикиньте. Какая козлина. Ладно. И мы ему... давайте попробуем подраться с этими сосисками. Я не знаю, кто это за люди, но они похожи на сосиски. Ну, посмотрите на них. Это ж настоящие сосиски. Сосиски ходят по городу и бродят, и смотрят. Это очень смешно выглядит. Давайте попробуем их бобить на хэ, да? На хэ. О, ой, куда ты побежал? Куда? Стоять! Куда ты побежал? Сюда! Драться будем! Ты куда побежал? Стой! Где ты? Куда ты исчез? Я не понимаю. Он просто за текстурки исчез. Ладно, первый игрок уже зассал у нас. И уже еще есть строитель. Строитель, давайте к нему. Строитель сосиса. Сосиса. Давайте. Давайте его побьем тоже. Вот так вот. Нет. О, он уже бьется, смотрите. Смотрите, какой пацан уже бьется. Офигел вообще. На. Он еще какие-то звуки издает, когда я его бью. Ну давай, подходи, сакунишка. Я тебе жопу надеру, а. Отстань, ты думаешь, что ты тут крутой, а ёб ты на районе. Забрысь моего района, на, строитель грёбаный. Башню ты здесь из говна будешь строить. В другом городе, а ты иди отсюда. На, бей. Вот, смотрите, какая козлина, он мне даже не поддается. Да бей его. Да бей его! Я его даже побить не могу. Ой, я его убил случайно. Ну, сделаем выводы, что нам больше ничего не надо делать. Я не знаю, сколько мы денег заработали. Мы заработали... Да кто там из дебила мне сигналит, вы задолбали. Так, ладно, давайте еще что-то сделаем в этой игре. Здесь, по-моему, можно что-то покупать, я как знаю. Мы здесь не можем ничего купить пока. Ой, может мы должны побить людей, и за это мы получим бабло? Давайте его побьем. А здесь полиция есть, мне интересно. Здесь полиция есть. Эй, ты, эй, иди сюда, на. Этот гопарь на районе, смотрите. На. Он просто меня бьет с удара. А это просто, ну нахер, и пошел дальше. На. Не. Все, я его убил. А что дальше? А дальше у нас больше ничего. А что? Ой, полисмен! Нифига себе, нам надо теперь бежать от полиции. А что если его побить? Вот, в принципе, я не зассал. Эй, ты, иди сюда! Полиция дерзкая, чё ли? На! Оп! На! Думаешь, я здесь... Я здесь крутой. Меня убили. И с меня взяли $11. Мне интересно. Блин, я опять реклама. Ладно, давайте ее позже посмотрим. Дай бог. Да ё-моё. Все, меня реклама это задолбала. Почему здесь какие-то сосиски ходят? Я все время задаюсь этим вопросом в игре. Ну, может быть... Но первая игра, тем не менее, была плохая. Конечно, плохая. Потому что мне непонятно, что было делать. Это была просто копия. Копия Playtime. И опять задолбали меня уже. Да ё-моё, полиция, две... Уже две рекламы. Я просто проиграл под еще рекламу. И потом, ладно. Давайте я промотаю еще одну игру. Найду для вас. Потому что эта игра какая-то скучная оказалась. Здесь просто почти ничего нету. Давайте я еще найду. Может быть, мы потом продолжим эту игру играть. Но давайте я еще что-то найду. И следующая игра у нас это Welcome to Bikini Bottom. Вот, сейчас музыка из Спанч Боба играет. Я ее уберу, пожалуй. Потому что мне за это авторские права дадут, возможно.
И эта игра называется Welcome to Bikini Bottom. И эта игра прикольная во всех сюжете. Давай я уберу на всякий случай звук, потому что мне может прийти авторские права, но мне это не надо. И давайте начнем нашу игру. Так, Welcome to Bikini Bottom. Start game. Это да, я понял. 5 секретов, все. Все, давайте. О! Мы играем за такого Патрика от какого-то странного. И мы можем руками что-то брать. Я не знаю, нафига. И у нас есть Патрик. Патриковый дом, который вышел. И у него как-то ноги странно, как у алкаша, вертятся туда-сюда, туда-сюда. Что это такое? Неужели Патрик бухает? И он скрывает это от нас. И давайте попробуем прыгнуть. Патрик как алкаш-то просто на кактус приземлился жопой и все, потом упал от боли. Да вот как алкаш, смотрите. Ну вот, смотрите. Ну как алкаш вообще. Вау, вот так вот. Патрик Алкашевич. Смотрите, как он трясется, как алкаш. Валяется на песке. Вы только посмотрите, что за юмор-то. Я же только игру начал, а уже такая упоротость. Ладно. Давайте посмотрим, что там у нас дальше. Что там у нас дальше? Дальше у нас идет наш знакомый Бикини Ботом. Бикини Ботом, Бикини.